Телеканал КРТ представляє. Реально сьогодні в обществі вот такой вот крик души от какой-то безысходности. Действительно, если вернуться в экономическое поле, две страны есть в мире, в которых упал валовый внутренний продукт по сравнению с 90-м годом. Это Украина и Зимбабве. Только извините меня, в Украине запускали спутники Русланы, с Украины вышел Сикорский, да, Королев, и это там искусственные алмазы были придуманы, Днепрогессы, да? А в Зимбабве, в то время, когда тут были, не хочу обидеть, прекрасная страна, красивая, но там были проявления каннибализма. И были племена первобытно-общинного строя, и многие люди не знали, что такое одежда. Да? Поэтому, а сегодня мы уравнялись. В то время, когда у нас осталось ВВП там 133 миллиарда, Польша, которая имела ВВП в 90-е годы намного меньше, чем у нас, имеет сегодня 600 миллиардов ВВП, то есть в 5 раз больше. Территория Польши в 2 раза меньше. 2,5 миллиона украинцев нет хорошей жизни поехала в Польшу, ну, фактически батрачить, потому что они же поехали выживать, не желая этого. Поэтому, конечно, крик души этот есть, и правительство должно понимать, что перед ним большие вызовы. И когда мы говорим, правильно сказал, что там при каждом президенте были вопросы, но есть же еще и другая сторона. Есть президент, но есть, знаете, как в больнице, да? Может быть, есть вопросы или отсутствует главврач, да? Но если стоматолог на месте, у него очередь, да? Так и тут. Если проанализировать в экономике, то когда был Янукович, какой банк показал самый большой рост капитализации? Всеукраинский банк развития, ВБР-банк, который принадлежал семье. При Порошенко какой банк показал самый большой рост? Международный инвестиционный банк, банк Порошенко. Какой банк показал самую большую капитализацию и рост в прошлом году? Банк Аккорд, банк семьи Маркаровой. То есть из этого можно исходить, из этого вывода, что к нашей радости президент тут не виноват в этой ситуации. Но надо давать оценку тем должностным лицам, тобто, хороший которые... Хороший президент, а погані бояри? Я бы так не говорил, потому что, знаете, по правителю судят по тому окружению, которое он подбирает. Это говорил Макиавелли. Почему ты играешь своего короля? Да, потому что у нас, когда были выборы, мы сравнивали Владимира Александровича с Рональдом Рейганом. Да, говорили и тот в начале карьеры были артистами. Но Рейган, когда выиграл, шел на выборы на второй тур, его собрались вот так журналисты. И его задали вопрос, как вы по образованию и по опыту киноактер, да, как вы смогли разобраться в обороне, в образовании, в сельском хозяйстве, в НАСА, там, в спутниках, во всем. И он отвечает перед выборами, говорит, да я ни в чем в этом не разобрался и не разбираюсь. Все думали, ну все, он себя похоронил, сейчас будет ноль, все. И он продолжает. Я разбираюсь в кадровой политике. Я подбираю лучших специалистов на этом направлении, доверяю им и делаю это. Вот же в чем у нас проблема.